Пришли узнать стоимость парасейлинга. Мираба! Парасейлинг не чпара? Yes, икимес. 60 евро for two person. For two person 60 евро? Yes. 16 евро? You wanna find out? Лира? Лира 600 лира. А не минут? Like we have the Bolshoi tour. Big tour. Big tour, ну. Yeah. Like 5 километр is about the depend of the weather. If weather хорошо, more minutes. More minutes, ну примерно сколько? Like minimum 10 minutes. 10 минут, да? 50, yeah. 500 лира for two person, minimum 10 minutes. 500, 500 yeah. лира. Или евро? 50 евро. 50 евро. From Russia? Yes, from Russia. Окей. Итак, парасельник стоит 500 турецких лир, либо 60 долларов, или 50 евро. Это по времени примерно на 10-15 минут, в зависимости от ветра, от направления ветра и погоды. С собой также можно взять еще пассажиров, которые будут находиться все это время в катере. Сейчас нас подвезут к катеру, на котором уже будет готов парашют для нас. А это наш пирс, мы проезжаем сейчас. Подъехали к нашему катеру. Сейчас мы на него заберемся. Аккуратно. Парашют пошел раскрываться. Давай, давай, давай. Смотри с глазами. О! Спокойно же. Летим на парасейлинге. Высота метров, наверное, 30. Мы находимся в Алании. Над Аланией летим. Вдоль побережья вид шикарнейший. Аня. Ох, нас вообще очень высоко подняли, Аня. Высоко вообще летим сейчас. Сколько метров? Я не знаю, наверное, 100 метров. Вот сзади нас парашют развивается. С высоты птичьего полета видна вся Алания. Все побережье. Супер просто. Wow.
По-моему, мы еще выше поднялись. Под нами пляжи Алании. Высоты птичьего полета видно Средиземное море. Друзья, ставьте лайки. Все, наш катер разворачивается. Мы парим за ним. Думаю, сейчас начнут нас потихонечку спускать. Теперь в другую сторону побережья. Вот еще видим один парашют запускают. Парасейлинг называется это вещь. Да, нас уже потихоньку спускают там. Подтягивает катером. Катер еще раз разворачивается. А нас продолжает подтягивать катер. Мы снижаемся. Почти на катере. А он не сделал фото. Друзья, полетали мы на парасейлинге, и этот полет нам обошелся за двоих 500 турецких лир, или же 60 долларов, или 50 евро. Ну, в рублях вы сейчас видите внизу под видео. Ну, ощущения вообще превосходные. Свободный полет на высоте, ну я не знаю, ну примерно, наверное, метров 100 это точно. Наверху абсолютнейшая тишина, ветер обдувает вас, чувствуется вообще замечательно, никаких перепадов давления, все шикарно было, очень понравилось. Так что у кого будет желание, то можете полетать на парасейлинге. Сразу же скажу, что вы не разочаруйтесь. О турецком рынке. Как такового рынка в Турции не бывает. Они бывают по определенным дням. Обычно это два раза в неделю. Вот в Алании такой рынок бывает по понедельникам и по четвергам. То есть перекрывается полностью квартал, дороги в этом квартале. И размещаются вот такие палатки небольшие. Вот мы сейчас идем по торговым рядам с одеждой. Иногда попадаются и сладости. Сейчас давайте найдем, где продаются овощи, фрукты. Продолжаем идти по вещевому рынку, базару. Вот мы видим здесь по 3 евро. Вот такие футболки. Эти футболочки детские по 2 евро, а мужские майки по 3 евро. Мужские футболки тоже по 3 евро. А эти футболки по 2 евро. Любой бренд, Nike, Adidas, Calvin Klein, Diesel,
Все, что вашей душе угодно, можете выбрать здесь. Само собой, это все не оригинал. Все это подделка. Здесь вот свободно продается. Здесь продаются турецкие сладости, сувениры, тарелочки, шахматы, нарды. Здесь кальян, кальяны продаются. Такие вот интересные вещи, сувениры. Дошли до рынка, где продаются овощи и фрукты. Ну, вот здесь вот начало. Давайте посмотрим на цены. Яблоки 5 турецких лир. Это слива 7 лир. Виноград 10 лир. Такой виноград 5 лир. И яблоки уже подешевле. А, нет, тоже по 5 лир. Это урюк, абрикос. 13 лир за килограмм. Такая вот большая слива. 10 лир. Лимоны стоят 6 лир за килограмм. А это лаймы. 6 лир тоже. Здесь продают специи. Смотрите, какой большой выбор специй. Острый перец, салат микс, зира молотая, сумах, чеснок. Очень большой выбор. Здесь рядом продаются турецкие сладости. Здесь чучхелла, лукум. Здесь сухофрукты. Вот курага стоит 60, 55 лир. Финики 100 лир. Здесь орешки. Миндаль 90 лир чищенный. Фундук 78 лир. Чищенный грецкий орех 90 лир. И вот вы видите цены на орехи. В Турции продаются вот такие вот семечки. Килограмм стоит 25 лир. Черных семечек в Турции нет. И вот так вот они обжариваются. Вот в таком аппарате. Обжариваются с солью. А здесь уже соление. Видите, какое количество маслин. Оливок и маслин. Даже есть вот такие вот фиолетовые и розовые маслины. А вот эти вот были обжарены на гриле. Это томатная паста, паста с томатом и перцем. Здесь продаются сыры турецкие. Вот видите, в 5-литровых бутылях продается оливковое масло. А это турецкая колбаса суджук. 15 турецких лир за штуку. Еще маслины, оливки. На любой цвет, на любой вкус маслины здесь. Здесь острый перец такого, ну, белого цвета. Это острый перец зеленый. Здесь маринованные листья винограда. Здесь
Так, давайте посмотрим на фрукты. Это черешня желтая, 10 лир. Здесь вишня, тоже 10 лир. И вот такая черешня, 10 лир, красная. Клубника. На клубнике цены нет, сейчас спросим. Клубника не кадар? Клубника 20 лир. Нету, да? Не сладкая? Я не взял. 20 лир стоит клубника, это поменьше, 10 лир стоит. Это инжир. А инжир не кадар? 40 лир. 40 лир кило? Да. Инжир 40 лир килограмм. Есть вот такой вот инжир еще. И абрикос. А абрикос не кадар? 20 лир. 20 лир? Да. А, вот упал, да, вот есть. Абрикос 20 лир. Это кукуруза молодая. 5 штук 10 лир. Вот персики, смотрите, какие красивые персики. 15 лир за килограмм. Здесь я еще вижу клубнику, тоже красивая. Ну, говорят, что она не очень сладкая, но выглядит очень аппетитно. 20 лир за килограмм клубника. Где? Лада, вот. Здесь виноград. Такой виноград, черный виноград, такой помельче. Узум не кадар? Узум 15. 15. Виноград 15 лир стоит за килограмм. Здесь тоже вот лысый персик. Бу не кадар? Нектарин 15. 15? Тоже нектарины 15 лир. Шекерли нектарин? Помидоры давайте посмотрим. Помидоры здесь 3,5 лиры стоят за килограмм. Огурцы 6 лир. Вот еще, кстати, виноград. Цены пока нет. Ну, наверное, я тоже думаю, где-то такая же цена, что и у предыдущего продавца. Кирас, вишня. А черешня 25 лир. Это 20 лир. Вот в Турции, несмотря на то, что здесь же выращивают бананы, но почему-то они всегда дорогие были. Давайте. Мус не кадар? Мус 10 лир. 10 лир? Кило? Кило 10 лир. Кило. 10 лир за килограмм стоят бананы. А вот помидоры черри. Смотрите, сколько их много здесь. И я вам скажу, что помидоры черри здесь очень сладкие. Да, за килограмм черри 8 лир. Так, здесь опять огурцы, тоже такая же цена, 6 лир. Давайте вот картошку посмотрим. Потатес не кадар? А? 2,5 лиры за килограмм. А, вот цена есть здесь. Лук 3 лиры за килограмм. А эта картошка 3 лиры. Ну, здесь вот уже огурцы, помидоры. Вот здесь можно даже за 5 лир купить огурцы и за 6 лир помидоры. А вот такие вот розовые помидоры стоят 7 лир за килограмм.
Они, конечно же, вкуснее. Капуста. Не кадар бу? 4 лира. 4 лиры капуста стоит. Вот зелень. Пучками продаются. А бу не кадар? 2 лира пучок. 2 лиры пучок. Вот здесь салаты, зелень, мята, петрушка, укроп, руккола, свекла. Так, смотрите, здесь мы подошли к дыням и арбузам. За килограмм вот таких вот дынь нужно будет отдать 4 лиры. И вот арбузы. На турецком карпуз называется. 2 турецкие лиры. Хотите, вам отрежут кусочек, хотите, целый берите. Это были черные арбузы, а вот зеленые арбузы. Бук арбуз не кадар? 2 лира. 2 лиры тоже арбуз. Здесь лук помельче, 2,5 лиры. А вот здесь, смотрите, перец и баклажаны продаются. Давайте посмотрим, узнаем цены. Буникадар? 6 лир стоит перец. Почему-то здесь цены не написано. А буникадар? Буникадар? Тоже 6 лир стоит баклажаны. Ну, я думаю, и кабачки также стоят 6 лир. Здесь тоже, смотрите, капуста, цветная капуста, брокколи и зелень. То есть Турция — это кладезь фруктов и овощей, причем дешевых. Намного дешевых. Такие вот томаты черри есть тоже. Черри не кадар? 10 лир черри стоит. Такие, друзья, цены на турецком базаре. Друзья, вот это цел, где продается зелень. Женщины сидят на полу и продают свой товар. Зелень, болгарский перец, фасоль зеленую, бананы зеленые даже есть. Здесь женщина зелень продает. Вот адачай. Кстати, вот это адачай. Адачай не... 5 лира. 5 лира? Ага, 5. Адачай — это разновидность шалфея. Турки его очень любят заваривать. Ну, здесь вот такая вот улица. С такими овощами и фруктами. Вернее, здесь в основном овощи. Имуртанич кадар? 1 лира. Яйца стоят 1 турецкая лира за штуку. Видели вот таких вот собачек, Джек Расселов. Маленький Джек Рассел. Да побольше. Вот еще один. Джек. И вот еще один щеночек. Все четверо собрались в одну кучу. Семейство Джек Расселов. Это батя их под стулом лег отдыхать. Баба. Это мама? О, баба, мама. Мама. Вот такие вот собачки.
Ох, у вас здесь вы разводите, да? О, а это какая порода? Я. А, вот такие. Поль. Вот щенята. Все спрятались, смотри, Валик. Щенки. Да. Да, здесь, видимо, хозяин мойки, он разводит собак породистых. Это овчарки. Вот. Раз, два, три, четыре, пять щенят. Они были все вот под вот этим вот палетом, спрятались от жары. Да, а здесь Джек Рассел прячутся. Джары тоже. Спасибо, Лер.